Ранкове шоу «Не проспи» на 8-му каналі продовжує свою роботу. Ми в студії, і до нас завітала людина, яка знає все або майже все про подорожі. Угу. Любов Лемішко, тревел-координатор. Любов, доброго ранку, дякуємо, що завітала до нас так рано. Розказуйте, як зустрічає ранок тревел-координатор? Доброго ранку. Тревел-координатор встречает утро очень спокойно. Это, наверное, единственное время суток, которое действительно у нас спокойное, так как, в принципе, работа у нас напряженная. Это 24/7 поддержка. Вот. В любую минуту мы должны быть наготове. Но утро у нас всегда более-менее спокойное. Поэтому я люблю утро. Я встаю, просыпаюсь рядом с любимым мужем, готовлю завтрак, чашечка кофе. Ну и, конечно, затем собираюсь на работу и... Вперед. Да, начинаю своє путешествие. Ми сьогодні говоримо про те, куди поїхати відпочивати, тому що такий, ну, основний період відпусток зимовий, він закінчився, от розпочалася весна. Ну, багато хто втомився, хто не відпочив, можливо, за зиму, або вже скучив за тим відпочинком, так, який був. Планують зараз відпочинок. Куди їхати, що дивитися, які напрямки популярні і бюджетні? Сегодня, если говорить о бюджетном доступном отдыхе, я бы разделила, пожалуй, на две категории этот отдых. Это привычный для туристов наших пакетный отдых от туроператоров, от турагентств, и отдых, когда люди планируют самостоятельно свое путешествие. В принципе, и тот отдых имеет право быть. Единственное, что каждый выбирает по себе, то ли он активный путешественник, то ли он пассивный путешественник, и смотрит, конечно, на свой бюджет, ориентируется. Самостоятельном путешествии это вообще очень прекрасная вещь. Я только за самостоятельное бронирование, планирование путешествия. А это не сложнее, чем получить готовую услугу? Конечно, это немножко сложнее, над этим стоит поработать, потому что обычный турист, конечно, если он довольно опытный турист, он уже знает, какими ресурсами пользоваться, где искать себе авиабилеты, отели, где найти достопримечательности, как найти скидку на энную достопримечательность, чтобы попасть. Но если вы в первый раз, как бы это все равно стоит попробовать, просто вам понадобится больше времени. На сегодняшний день огромное количество онлайн-ресурсов, которые дают нам возможность воспользоваться ими и сделать все, в принципе, без лишнего напряга, так сказать. Прекрасные сайты, есть консолидаторы, на которых вы сможете найти сразу и авиаперелет, и отели, и вариации аренды автопроката, и медицинскую страховку, и где какие достопримечательности посмотреть. Очень распространенные такие сайты, это, например, в Украине Momondo, Momondo.ua. В Америке очень хороший сайт, да и, в принципе, по всем странам мира он распространен. Единственное, там есть нюанс, например, не все авиаперелеты они подтягивают. Это Expedia.com. Прекрасные сайты. На каждом сайте есть информация, как завести аккаунт, как сделать бронирование. И огромными плюсами даже является то, что когда вы заводите свой аккаунт, там накапливаются бонусы, которые в дальнейшем вы сможете использовать на любые сервисы и услуги, которые распространяются на этом сайте. Купівлю авіабілетів. Ну, говоримо про те, як зекономити, правильно? Да. Ви радите там за рік, там, за якийсь час, да, починати це все вишуковувати. На чому економити категорично не порадите? Не рекомендую экономить на страховках. 100%. Почему-то, особенно при самостоятельном планировании, туристы зачастую забывают просто вообще про такой пункт, как медицинское страхование за рубежом. Это очень важный пункт, поскольку вы никогда не знаете, что может произойти за рубежом. Любые нюансы, конечно, прекрасно, если все пройдет гладко, и вы вернетесь в целости и невредимости, но если вдруг вы не сделали страховку, улетели в Штаты, и понадобилась какая-то операция или медицинская помощь, вы можете заплатить 5-10 тысяч долларов за день, за два пребывания в
поликлинике или в больнице в местной, и, естественно, вам это никто не компенсирует. Точно так же стоит на страховках обращать внимание, если это активный отдых или горнолыжный отдых, включать ее обязательно тоже в страховку. Є якийсь варіант, про який ми ще не чули і від вас не почули в цій розмові? Приміром, всі ми звикли, куди ми їдемо? І ви говорили, бюджетні тури, там, зрозуміло, Єгипет, Турція, там почнеться літо і так далі. Можливо, є якась країна або декілька країн, які ви можете порадити? Ну, не дуже вони популярні нині, але реально доступні, там, близькі, і можна туди дібратися і відпочити. Да, конечно, учитывая, что все мы теперь владеем практически все биометрическими паспортами, у нас теперь доступно все европейское побережье в преддверии лета, как бы это великолепный отдых, плюс любое побережье Европы сопровождается большими городами, в которых вы всегда можете насладиться, погулять, посмотреть архитектуру, почувствовать колорит местный, пообщаться с местными людьми. И не знаю, Европа настолько замечательная, что, в принципе, не зная даже английского, можно на пальцах, улыбками, жестами пообщаться с европейцами, и они вам всегда помогут, расскажут, не смогут рассказать, возьмут за ручку, отведут, куда вам надо. Вот. И, конечно, ну, в Европе большинство стран, но я выделяю Испанию очень, я ее очень люблю, это многогранная страна, в которой есть и океан, море, и солнце, и горы, ну вот все есть для шикарного отдыха. В Испанию? Якщо планувати відпустку, у скільки в грошовому еквіваленті виліться поїздка до Іспанії на одного українця? Конкретно задумано. Ви знаєте, поїздка в Іспанію може починатися від 200 євро і вище по бюджету. Все залежить, звісно, від предпочтений. Добратися можна як авіа, лоукостами, можна автобусом. В общем, не знаю, на машині можна, на собаках. На самокаті. На самокаті, да. Вот. Если рассматривать проживание, точно так же можно проживать как от бесплатных ресурсов, которые возможно найти на коучсерфинге. Это ребята, которые на день-два рады вас приютить, да, расселить, накормить, рассказать о своей стране, если у них есть еще время где-то с вами провести его, от хостелов, от апартаментов до, конечно, лакшери отелей VIP-уровня, то все можно начинать и стартовать от 200 евро, учитывая, что у нас визовый сбор пропал, а это было достаточно серьезной как бы такой границей, да, ехать в Европу или нет отдыхать, потому что 65 евро это уже хорошая сумма, и теперь как бы путешественники могут ее потратить на себя, пребывая в стране. Поїхали. Собираємося. Любо, дякуємо вам, що завітали до нас, розказали, розвінчали деякі міфи, розказали, що за 200 євро насправді можна полетіти до Європи і відпочити там. Арсені. А на воздушном шарі можна і вокруг світу. А на самокаті взагалі безкоштовно. Нагадаємо, у нас була Любов Лемішко, тревел-координатор. Любо, дякуємо вам. Усім бажаємо чудових подорожей. Плануйте завчасно, слухайте Любу і дивіться найкорисніше ранкове шоу на 8 каналі.